800. Именно такое количество лидеров компании Oriflame сегодня соберется здесь, в здании Дворца спорта, для того, чтобы отметить свой триумф успеха. Конечно, ни один банкет не обходится без красной дорожки. Сегодня по ней пройдут топ-лидеры компании Oriflame. Буквально через несколько минут сюда подъедут первые лимузины с VIP-персонами. Сцену поднимутся сотни лидеров, которые на протяжении прошлого года закрывали новые звания. Мы только что спустились со сцены. Как ваши ощущения? Класс! Супер! Обалдеть! Это первый раз, это незабываемо. Меня переполняет выше крыши. Это было здорово. Сейчас со сцены спускаются новые сапфировые директора. Давайте спросим у них, как прошло их награждение. Это необъяснимое чувство радости и гордости. Я это сделала. Желаем всех таких ощущений. Просто потрясающе. Поздравляю с 45-летием и 45 удвоение продаж опять. Мы хотим, чтобы каждый из вас был здесь на этом банкете с новым званием. Готовы? Тогда увидимся в следующем году на банкете директоров в Минске. Удачи вам! Награждение новых бриллиантовых директоров. Каждый раз это настоящее театральное представление. Как вы думаете, кто сегодня станет главной звездой? Кто будет петь в конце? Герасимов, кто? А может быть, София Ротару? Алла Пугачева. Кто-то из белорусских звезд. Босс. Для всех вас! Самый настоящий! Дорогие друзья, Босс! Oh,